Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, прихорошилась для фотографий. Всем привет, мои хорошие. С вами я, Светлана, да? И сегодня очередной день. Будний день наш. Ничего такого интересного нет. Одно и то же. Одно и то же каждый раз. Утром встаешь завтрак. Уже не стала снимать завтраки. И вчера ужин не сняла. Думаю, и хлопанье, аплодисменты тоже не сняла, не знаешь уже, что снимать. Но хочется с вами иметь связь обратную тоже. Наконец-то я ответила на комментарии многие, мне кажется, на многие, мало кого обделила. Ну, а сейчас у нас погода хорошая, вот посмотрите, пожалуйста. Очень хорошая погода. Я уже и постирала, и полы перемыла до места, со все ручки. Сейчас у нас сторож все подъезды обрабатывают из раствора. Вы знаете, что действительно паника такая в Турции. Но я не падаю духом, но людей мало на улице. Есть такие смельчаки, которые не обращают на это внимания, но в основном мало. Но сегодня звонили баба Джима, анемичек наши, папа с мамой моего мужа. Именно папа мне позвонил, говорит, почему мне не звонишь? А я действительно так замоталась в последнее время. Ну, мой муж с ними разговаривает, а они хотят, чтобы я звонила. Я им часто так, ну, звоню, не часто, не каждый день, но, в общем, а у них все хорошо, они там в деревне. Хохочет моя анемчик. Смотрю, там трубку слышу, я ее спросила, посадили они что-нибудь, а папа сказал, что они картошку уже посадили. Потому что Нигде, оно находится в высокогорной части Турции. 3 часа, наверное, ехать надо от Мерсина, мне так кажется. Мне кажется, 3 часа, и там холодно, поэтому туда хорошо ехать летом. Днем там жарко, влажности вообще нету, а вечерами так холодно, мы одеялами теплыми укрываемся. В общем, классно там. Ну, в общем, им там хорошо, там сидят дома, все есть, кушать. Самое главное, работают в огороде, что можно. А немчик, я спросила, как там ее саженцы, есть ли этот, но у них было холодно, и тут Мерсине даже было холодно. Она говорит, все занесла в дом, к печке. Ну, печка у них дровяная. В общем, мы с ними поговорили, поговорила со своей мамой. Как всегда, одно и то же, каждый день созваниваемся, на это уходит очень много времени. Мама тоже выходит, моя вообще не боится ничего, выходит, все-таки за зеленью пошла, как будто моя дочка не может купить. Ну вот она говорит, я если не выйду, я с ума сойду. Привыкла все время на воздухе быть, поэтому вот так и тяжело, но я очень за нее переживаю. Прямо свечку сейчас зажгла, помолилась. Сегодня такой день, воскресенье. Ой, все будет хорошо, я вообще ничего не боюсь, друзья мои. Если я буду бояться, что это будет за жизнь? Ну, в общем, вот такие вот новости у нас. Так, сейчас с вами, знаете что, сварила я кофе, позову Ашкыма. Немножко с вами поболтаем, может, смешно будет. И все это сделаю при вас. Смотрите, как у нас происходит все это. Ашкым! Бакар мысынис? Бакар мысынис? Вы видите, я только сказала Ашкым, и он сразу, Бакар мысынис, он вообще тащится, когда я говорю. И сразу отвечает и бежит. Посмотрите, мой Ашкым пришел. Ашкым, что надо сказать? Ведеме грязи. Тише кредем, эльдерне сал. О, привет. Привет, садись, Ашкым. Положи это сюда, свою сигарету. Я без сахара сделала. Ты как будешь? Сахаром? Сана шекер верджек. Шекерли. Стерся? Adam şimdi İngiltere'de koronavirüs olmuş. Tamam, хватит смотреть на этот коронавирус. О, кто умер? Хватит смотреть, нельзя так. Adam hastaneye gitmiş. Adamı almamış. В больницу пошел. И что, не взяли? А малыш в хастанеде? Нет. Evine gitti. А, представляете, говорит, вы не взяли в больницу, сказали, иди домой. Какую хочешь конфету? Adam yüksürüyorum diyor. Tamam aşkım. Какую хочешь? Eklemlerim ağrıyor diyor. Tamam aşkım. Какую хочешь конфетку? Унут. Забудь ты это все. Посмотри, какая прелесть, какие конфетки у нас. Посмотри. Чё хастаем? А? Чё хастаем? У
говорит, очень больной. Kendimi... Aşkım, değilim, niye? Hangisini yiyeyim bilemedim. Seçemiyorum. Bu ye. Niye soğuk bu kahve? Soğuk? Soğuk değil mi? А я какой убен на следе. Ну, гофрит. Ашким, когда закончатся конфеты, что будем делать? Не заман битери джекне, я поджас. В Россию поедем. А вы знаете, что вот этот он купил мне лаку-маку? Лаку-маку. 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 Ашким, лаку-маку. Лаку-маку, да, и лок. Лок. Знаете, что я вчера в магазине купила? Купила вот такую халву с сыром. Какая вкуснятина! А Шкиву не понравилось, написано тракидан. Есть такая траки. Траки по-грузински попа. Когда мы с ним там познакомились, и когда сказали, вы знаете, в каком районе? В попе. Так смеялись. И это оттуда. Он говорит, там один раз покушал. Он мне не дал купить вместе с ним. Говорит, не... А я вчера без него купила. Где? Çok güldüm. Ne zaman? Bir amcaya soruyorlar. Одного дядю спрашивают, что? Sen virüsten korkmuyor musun? Niye sokaklarda geziyorsun? Ты не боишься, говорит, вируса? Почему по улице ходишь? Diyor ki, biz Türkler diyor. Мы турки. Bebekken diyor, anne sütü içtiğimiz için. Турки, они мне что кушали материнское молоко? Вирус без этого ещё обмазал. А, вирус нас ничего не сделает там. Вы нерде, гордом интернете? Интернете, сорио, рофер. Я, европейцы, дю, они сюда и чем еды, чиндю. А в Европе они материнское молоко не кушают? Он на радио чего хасталанил? Поэтому быстро заболевают. Маньяк. Ne fikirler çıkıyor görüyorsun. Aşkım niye Türkler diyorlar manyak? Manyak bu ne? Ne demek? Manyak yani ne konuştuğunu bilmeyen insan. Aa bizde nasıl biliyorsun? Ya говорю, почему в Турции manyak manyak говорят? Что это? Это говорит, не понимает человек, что говорит. Bizde manyak biliyorsun kim? Kim öldürüyor herkes? Böyle diyorlar bu. А у нас же те, которые больные на сексуальной почве, секс-почва, секс и чин. Нормал olmayan. Öldürüyorlar. Tamam, aynı şey işte. Нормал olmayan. Yani нормально не ведет себя, маньяк. Yani, нормально nasıl davranılması gerekir? Bunun tersini yapanlar manyak. А если делает все против, значит этот маньяк у них функция. Вы поняли, что значит слово маньяк? Надеюсь, вам интересная была информация. Ой, не знаем же, что с Ашкемом снимать. Знаете что, не знаю я. Хотим с ним джанлы сделать. Чанлы это прямой эфир, ну не знаю, никак не мы не... Вечером я никакая, то ужин, то еще что-то. Я себе сделала винегрет сейчас, целую миску буду его кушать. А... Ему сделала суп со шпинатом. Ну и мне тоже сделала. И сварила сейчас курицу, может, и бульон сварила. Ну, естественно, курицу в бульоне и, может, с рис. Не знаю, что. Сенеем и Джексон Акшам. Ты что покушаешь вечером? Емек. Ангемек. Вы знаете, что я же вчера что ходила вечером? Я что ходила вчера за хлебом. У меня вечером что началось? Сопли текли. Чихала. Он так испугался. Я сама испугалась. Я маску не снимала. Я как испугалась, друзья мои. Быстро парацетамол вот этот. Натерла звездочкой нос и все. 2-3 стакана вот таких чая с лимоном выпила с малиной. И все, слава богу, прошло. Я не поняла, что это. Он сейчас боится, говорит, нет, завтра на базар не пойдем с Мигросом, сделаем заказ. Вот видите, даже вот что значит сетевой. С Мигросом можем позвонить и сделать заказ. Вот такие вот дела. Но я сказала, говорю, в Мигросе все-таки не так. Я не увижу, какая зелень, какого что. Завтра утром я с утра, пока никого не будет, выбегу на базар. Он боится выходить. Ашкин, бедный дьюрм, да ты куда чё? Что сен куркёрсун дешара и базар ярын, базар ты сегюну. Базар вар? Базар.
И sen ne dedin? Migros'ta alacağım. Alacağız. Ama ben dedim erken kalkayım. Erken virüs gelmiyor. Güneşe gırt rana virüs istiyorsun? Niye gırt? Virüs o saatte uyuyor. Он говорит, в это время на утреннее вирус спит. О, он да başlıyor mesai. 10 начинается. Aşkım. Kart basıyor. Aşkım, ben ne demek istiyorum? Erken kalabalık değil. Bir de sana что diyorum. Я в утром не так переполненный. Zaten paramız yok. 10 lira var diyor. Ben de diyorum sana. Birkaç tane alışveriş sitesi var. Paramız нету, пишин paramız, нету налички, на карте есть у нас, по карте var ты para. Евро var bende, евро. Евро ile pazara giden, евро vermeyeceğim, pazarcı. Pazarcı. Niye евро olmaz vermek? Pazarcı евродан ne anlar ya? 10 евро, kaç para? 70 lira, ha şimdi? У меня евро только. Я говорю 10. Да, сен аяқ қабалмайсың. Знаете что, я... А? Сен 1 кило доматес, 1 кило соан, 1 кило... Не yapacaksın? 10 евро, 70... Он говорит, 10 евро много. Мы говорим, у нас много чего есть. А я этот, испугалась, ну не то, что испугалась, я вынесла с банка свои деньги, что евро. Банкадан чекнемиз лазым. Банкадан. Банкоматия гитмемиз лазым. Бен гидеджем, проблем йок. Эй, орая гид, орая гид. Бүтін вирусу гетер. Бүтін хасталықлары. Не бойся. Ты не бойся, я с тобой. И вот, в общем, я все эти деньги... Ben mesela diyorum ki, sipariş yazalım. Ama işte onların da şey olmayabilir yani. Он хочет все-таки в Мигросе, боится. Nedir o? Ne alıyoruz biz? Ну, посмотрим, да. Ладно, короче, вам уже не интересно, вы, наверное, устали с нами, потом продолжим. Пока мы все не съели, хочу показать вам сегодняшний ужин. Сделала себе такой винегрет. Макароны у нас есть. Ашкаму сделала салат с йогуртом, с морковки. Такую красивую картошечку пожарила. Вчера солености такие вкусные купила. Ну, вот такое у нас. И суп он поел, уже съел. С шпинатом. Решили завтра не идти на базар. Эндер боится. Эндер это Ашкам. Боится, сказал, не ходи. И знаете что? Новое сообщение прислали мне, что кто выйдет из дому, штраф 350 лир. Никто не хочет, это очень большие деньги для Турции. Поэтому, Ашкам, насыл деди джиза уладжак, ама херкес ичин деди лир, джиза учузели лира. Яшлар. Для тех, кому 65 и которые хроническими заболеваниями болеют, это сердечно-сосудистые заболевания и легочная система, дыхательная, извините, и дыхательная система. И вот башка улурмы чекмак эвден. Башка ищи йокса не чексен. İşi varsa çıkacak mecbur. Ama polis kontrol yapacak. Hayır. Polis sadece yaşlılara diyor. Ama yaşlılara kontrol yapacaklar. Söyleyecekler ne istiyorsun? Не гезюсь. Я спрашиваю, говорю, что, говорю, если пожилая выйдет на улицу, ее будет спрашивать полиция, почему ты вышла. А нас гезмек олмаз, ама иджзаны маркета олмазмы? Я говорю, в аптеку нельзя, допустим, в магазин. Bu nasıl yapacaklar gerçekten? Как это так сделают, правда? Yaşlıların evlerine eşyaları götürüyorlar. Говорит, пожилым, говорит, полиция, говорит, принесет все домой. Нас какашкам кушает это зелень. Я его все говорю, ешь зелень. Короче, завтра он меня не пускает на базар. И мы закажем все в маркете. Он сказал, напиши, что тебе надо. Ну, у нас столько всего есть еды. Я сейчас посмотрела, полный холодильник мясного. Завтра, наверное, рыбку сделаю, достану. Что нам надо? Нам надо вот фрукты. Грейпфрукты нам надо, мы так пьем соки. И в основном фрукты и зелень. Так что вот так вот. Ну, на этом буду заканчивать свое сегодняшнее видео. Наши будни.
Всем пока-пока. С вами была Светлана. Да, не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайк и нажать на колокольчик, который находится под видео. Пока-пока.